Привет, друзья! Сегодня будет не рыбалка, сегодня я вас прогуляю просто по лесу, по своим местам, вот где раньше, вот всю, ну как раньше, всю зиму я проползал. Просто часть вещей еще там оставлена была, их надо забрать. Ну и соответственно с вами поразговариваю, есть мне что вам рассказать. Ну видите, за моей спиной река уже такая, где-то местами уже оторвала куски. Также, ну сегодня первый раз всего лишь видел чаек, но прилетели они уже давно, просто где-то тусуются в последнее время, как прилетят все где-то на каких-то помойках, на свалках. Но сегодня видел уже над рекой, летают, орут. Сначала слышал просто, потом смотрю, летят. Ладно. Надо сматывать, все, ну как сматывать, все там смотано. Просто часть вещей еще оставлена. Роликов долго не было, были некоторые проблемы, они сейчас есть. Так, сейчас из роликов вообще будет мало. Ну, скажу сразу, просто завтра я выхожу на работу. Денег надо. Так вот, решил. Сидел и решил. Сегодня сходил по старым местам, где раньше работал. И сами позвали, там, говорит, не ходи завтра. Так что завтра выхожу. Не знаю, долго ли там поработаю. Как еще там будет по оплате. Ну, не знаю даже, что я там конкретно буду делать. Так что не спрашивайте меня ни о чем. Так, ладно. Идем по лесу. В лесу еще довольно много снегу. Видите, вообще. Но все равно все быстро тает. Довольно-таки. Ну, ночами подмораживало до минус 3. Вот сейчас смотрел, надолго все это стоит. Днем тепло, ночью холодно. Ну вот, сами все видите. Мне кажется, если не завтра, то послезавтра она уже сдернет. И лед по-настоящему понесет. Так вот. Ну я сегодня еще издалека видел, двух рыбачков сидят на реке. Есть места, где ловить можно со льда. И на озерах тем более ловить еще можно, там без всяких опасок. Потому что лед, ну, сантиметров 70. Сегодня Юрий, кстати, ездил без меня. Аксен. На противоположной стороне находится озеро. Он там был. По рассказам рыбаков, там очень хорошо клевал последние дни, вот сейчас окунь. А сегодня, говорит, я, говорит, там поклевки не ел за полтора часа. Так что, говорит, хорошо, что ты не согласился. Ну, лед вообще тонкий в этом году, на реке особенно. Морозов не было особых. Так вот. Не наморозило, так что в этом году льда практически нету. Снега куча. Будет много воды. И причем лед зернет довольно быстро. Что ж, друзья, вот место, где я обычно отдыхал частенько, костер. Я был здесь на днях, у меня была кратана рыба, вы знаете. Я ее готовил. Ну так, снимал, короче говоря, не знаю, ничего даже с камеры не смотрел, что я там наснимал. Так, наснимал без особого настроения, потому что, ну какое настроение? Без сезонья. Сейчас вообще неизвестно, когда на рыбалку выберусь. Ну, по факту, на следующей неделе, я думаю, следующие выходные. За кидушками можно будет пробовать уже. Если червей можно будет найти. Ну сейчас солнце греет хорошо. Черви. Земля не сильно промерзла. Черви, наверное, появляться будут в скором времени. Ну, когда я на рыбалку пойду, я не знаю. Ладно, мне надо еще дойти до точки, где я реку переходил. Там удочки оставлены. На коленнике. Ну, мелочь некоторая. Надо тоже забрать. А то у нас народ такой. Долго ничто не лежит. Сейчас только все оттает снегу. Ну и первые люди, если какие появятся, можно попрощаться со своими вещами. Что, друзья, вот здесь я рыбачил меньше недели назад. С трудом, конечно, верится, но увидите тропинку. Здесь заходил и переходил на ту сторону реки, там жеца ловил. Всю зиму здесь прорыбачили. Вот. Ну, еще последний раз я тут неделю назад реку переходил. Снасти убирал. Меньше недели назад. А сейчас уже все. Ну, вот там можно пробовать на фидер ловить. Ну, там мелко. Ну, вот так вот. Ради спортивного интереса попробовать можно. Вот лопата осталась, еще топор. Сейчас забираю все, уношу. Красиво, однако. Как-то быстро это все происходит, довольно.
Ну, друзья, побывал здесь, и опять как-то грустно стало. Ну, ладно, будут еще рыбалок в нашей жизни. Ну, что-то я собрал. Поклажу, что-то много здесь у меня оказалось. Плюсом еще бур. Ладно, тихонько утащимся. Надо опять садики, забирать ребенка. Короче, no comment. Не знаю, что добавить, я, ну, сейчас по дороге домой пойду, еще попрощаюсь. Тут, блин, оставлял перец и соль, так у меня в пакетике завернуто, и вот в дереве. Пакетик висит, птички расколупали, поинтересовались, и что там было. Что ж, сюда вернемся, думаю, ну, через недельку с небольшим, а может быть и раньше, всяко может быть. Здесь уже пора, вот, скоро... В будущем, увидели сами, пробую закидушки ставить, ну правда опять снасти еще не готовы, надо еще закидушки все это делать, сначала на денег на снасти зарабатывать, так что завтра будем заниматься этим делом. Ладно, пойдемте тихонечко домой. Так, ну что ж, я сейчас уже буду выходить из лесу, там пилорама, не знаю, сегодня не работают они, по-моему, мы там созванивались с одним работником данного места, слава богу, я не сюда, ну я как бы тоже с лесопилкой был связан, но тут, скорее всего, пакетирование досок, ну, короче, работа тоже такая, сейчас уже звонили. Только что, пока шел. О. Слышите? Ке-ке-ке. Чайники скачут по льду. Короче говоря, работа так себе. Кто-то говорил там из вас, будешь мало ли работа, можно и на работе снимать видео. Там, друзья, без матюков нельзя снимать видео. Там такая работа, что... Лучше промолчать и ничего не снимать. Там все печально. Только хотел еще что-то добавить. А посылка сейчас, кстати, должна выйти из одного интернет-магазина, но об этом тоже позднее. Там предложили выбрать какого-нибудь товара на определенную сумму. Я выбрал, вот сегодня, вот завтра еще, должны на днях выслать уже. Я даже сам не помню, что так наотмашь наубирал. Ну, это все увидите. Так, ну что ж, будем прощаться. Не знаю, надолго, ненадолго. Ну ждите, в любом случае, как у меня будет возможность, первая попавшаяся, я сразу снимаю какое-нибудь видео интересное, надеюсь, для вас. Ну и укладываю его в интернет. Всем пока, сезон прошел не зря.